Вот такое вот у меня настроение начать влог ночью. Ну как ночью? Часов 5:30. Я не знаю время свое. Неважно. В общем, я иду сейчас на вокал. Вокал. Да, я начал ходить на вокал. Вместе с Даниилом. Не знаю, где он прохлаждается. Но я иду. Я хочу прийти пораньше, потому что я хочу попить чая ромашкового. Потому что в Корчевском открыли кафешку. Вот. Там такой вкусный ромашковый чай, просто космический. Вот, я хочу его выпить залпом. Ну, постараюсь как-то растянуть удовольствие, но не обещаю. Влог в этом своем, моем своем старом, короче, формате. Потому что тот был экспериментальный. Ну и пусть остается экспериментальным. Не хочу про него ничего говорить. Вот. Так что как-то так. Руку больно держать. Потому что я снимаю на 1x. Ой. Вот. Так что как-то так вот. 0,5. Страшноватенько. Такие вот мокрые виды осенние. Да-да-да. А я в кроссовочках и в пальто. Шикарно. В общем, сижу я вот там. И заходит Галина, она такая, берет себе кофе, такая, зайди ко мне в кабинет. Я такой, окей. Как рабочий с боссом. Ну, у нас будут тут что-то? А у нас Б. А у нас просто. Здравствуйте. Что, папа уехал уже, да? Да, вот только что. Долго искали? Нет. Так, дверь аккуратно, держи. Мы по белой машине нашли. По белой машине? Да. Он же всем нужны. Заходим. Так. Заходим. Он вроде привыкла ко мне, Катюха, что за подстава? Самый сейчас будем кушать. Ипхон, слышишь, Ипхон? Из Вьетнама. Кто из Вьетнама? Музыка Музыка мой вертолет. Поздравляем нашу Катерину с днем рождения. Да. Пока мамы нет, мы пока повеселимся сами. Ну теперь Вика. Начинает Вика. Поздравление. Да, нужно посчитать, сколько лет мы с тобой вместе. Сколько? 11-й год мы с Катей вместе, не возле, так сказать, когда. Вы детского садика? Детского садика. Садика мы вместе, потом в одной школе мы пошли в первый класс, потом пошли так, что мы пошли. На 10 класс вместе. Я не знаю, что сказать. У меня с креативом, конечно, все плохо. Но я хочу тебе бритон. Что, мне кажется, тебе очень подойдет. Тебе это нравится. Ты вообще должна быть самой счастливой. Это будет загадка. Бантик не будем открывать, да? Открываем бантик? Открываем. А я же вся семья выбирала это. Самый фокус, давайте. Там сейчас будет живой еж. Да. Все, давай. Раз, два, три. Что это? Открытка. Я очень надеюсь, что я угадала с подарком.
Мне кажется, Катя будет рада и будет в школу каждый день. Да. Ну не слышим восторженного писка-то. Самое она уже это. Пропищала. Она уже пропищала. Она внутри себя пищит. Вау! Я так хотела это заказать. Вика читает мысли. Целовочки. Я уже угадала. Смотрите, какая красота. Днем рождения, Катюша. Днем рождения. Спустила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания. Только что осуществила желание, день рождения твой. Мы пришли на каток вместе с Алисой и Суей. Да. Я думала, ты в телегу. Нет, ты на влог. А, влог? А я умею кататься. Матвей, нет, мы его научим. Мы научим. Я не умею кататься, но здесь я как-то стараюсь. Да, учить. Нет, у тебя получается более-менее. Ты сильно ноги отрываешь. Стараюсь. Ой, помогите. Я присел отдохнуть, у меня очень сильно болит рука эта, потому что я на нее упал, я упал все-таки. Вот, но в принципе прогресс есть, потому что раньше я все время стоял у бортика. Сейчас, в принципе, могу и дальше катиться. Так что ура, победа, победа. Еще больше ничего. Давайте, идите. I'm professional. Не падай. Тихо. Тихо. В общем, уже сегодня какое? 1 ноября. Влог мой так и не идет нормально, потому что я не могу собраться с мыслями и начать его снимать все толком. Да. Ну, обещаю, вот сейчас каникулы начались осенние. А что я делал на прошлых осенних каникулах? Фиг знает, чем я там занимался. Но я помню, о чем-то занимался. Какой-то ерундой. Надо, кстати, пересмотреть вообще это моменты. Вот, в общем, у нас начались осенние каникулы, уже как 2 дня идут. Вторник, 1 ноября, вчера был Хэллоуин, я никак не праздновал из года в год. Но обычно я участвовал в конкурсе от книжного червя, рисовать рисунок страшный, потом выигрывать. Но что-то в этом году я его пропустил как-то. Ладно, надо в следующем году этим заняться, потому что кто смотрит мой инстаграм, тут... Кто-то видел, как я рисую, поэтому... Блин, я мог рисунок страшно отнести. У меня есть страшный рисунок, где я гонщика убил. Вот. Блин, ты чего такой тупой? Ладно. Иду к Данилу в гости, потому что он купил MacBook. Точнее, я так и не понял до конца, купили ли ему, или он сам. Ну, вроде как, это подарок от родителей, вот. Ему на студенческие годы, ему вообще на оставшуюся эту жизнь. Машина тут меня сейчас собьет, но это как бы не важно. Мы это... Господи. Ладно. Вот. Иду к нему. Обзор делать. С Emotions, потому что MacBook я видел вживую только в лагере. И... В видео, ну понимаете, в видео не так, а вот дома тет-а-тет с ним посидеть с ноутбуком, это, конечно, кайф, я думаю. Фух, вот так вот, говорил вам.
Ой, у меня еще камера мыльная была. Трындец, а чего вы мне не говорите? Мыльные меня смотрели все. Ёк-макарёк. Ничего не изменилось, ладно. Такая вот погода интересная. Непонятно. Все, можно... Так, может, здесь надо дальше... Может, это такие тусячи устраивать? Даже никакие, понимаешь, как их там? Я забыл. Смотрите. Зовут рэпера здешних? Только Дима знает. Джиглыкс. Не, ну Бэби Джиглыкс реально топ. Которую мы пойдем, возможно. Возможно, 5 ноября пойдем, потому что... Ну, кстати, билет недорогой, кстати. Сука. Там с условиями 270, без условий 350 вроде. 270, наверное, репост надо делать. Репост надо... Все будут знать, что ты пошел. Так увидят, наверное, по Зенве. Мне кажется, там все будут. Боже. Не знаю. Ну давай оденемся, как нас не похоже. В очки все темные оденем, пройдем вот так как-нибудь. Мэдди после избиения, да? Вот это да. Чечи. Чтобы нас не узнали никто. Так что им стороночки, тогда же тебе подпеваем. Надо хоть его песню послушать ради приличия. Ну так-то да, ты хочешь включить жестко. Потом. Мы пойдем пить чай, потому что я хочу пить чай. Бери айпад, бум-блок, смотреть. Такая вот темнота вот для него не включает свет, электричество экономит. Этот, как он этот? Еврей. Как у него тут этот свет включается? А, вот. Отлично. Короче, крутяк. У него бутербродики тут. Надеюсь, меня не заблокируют из-за этой песни. Поэтому давайте ее побыстрее выключим. Не будет музыкального сопровождения у нас. В общем, вчера я побеседовал с Данилом по поводу вот этого влога. Ну, как-то зашло разговор насчет этого. Он получается просто коротким. Вот. А у нас намечается поездка. И знаете, было бы классно, если бы этот влог был как бы предпосылкой. Нет, это не так. Тизером. Я не знаю, как еще выразиться. Предыстория какая-то к этой поездке. Поэтому он коротенький будет. И такой эксперимент, сколько наберет короткий влог у меня. Когда у меня там по полчаса выходили, вы по 40 минут почти влоги. Вот. Так что как-то так. Сегодня я иду на дыреху Кате. На дыреху Кате иду, а меня ждет ТЗшка еще перед этим. Давайте посмотрим. Что мне надо сделать? Потому что делать английский, физику и еще что-то. Литру не знаю. Право не знаю. Что-то я вообще ничего не знаю. А что делать-то? Надо смотреть. Надо точно что-то делать. У меня электронка еще не открывается. Я, короче, делал математику. И что-то забыл про время, что мы поставили вообще-то на час встречу. А уже час как бы. Ну ладно, бывает. Вот, так что я оделся на пуховичок. Вот, потому что сегодня холодно достаточно. И как раз таки его проверю. На морозоустойчивость, да? Да. Так, видите, снег идет. Я хотел нарисовать Кате креветку на своем скетчбуке, но не нарисовал дома, потому что не успел, естественно. Вот, поэтому, может, кафешки нарису по обырику. Эскиз какой-нибудь, да и все. Раскрашу и принесу ей в понедельник. И пусть эскиз забирает. Потому что цветные карандаши я не брал. Ну и ладно. Так что как-то так. Мы пошли в какую-то новую кафешку открытую. Пицца-фабрика. Я сначала подумал, птица-фабрика. Я так ржал долго. Но нет. Это пицца, фабрика какая-то. Какая-то пицца и фабрика.
Ну и ладно, вообще как-то. Вот, так что я опаздываю. Она сказала, если я опоздаю, то она меня сожрет. Ну, ну бывает. Та-та-та-та. Обломов? Братья. Братья? Братья. Дочь-мать. Дочь-мать. Но она не хочет, тогда спиной сидит. Сейчас, смотрите, тут Ульяна сидит. Народский. Где? Это пятна. Конечно, это Катя, именинница. Какая? Когда у тебя была? Не помню. Неделю назад. Да. Соня на таком траурном сегодня. Ой, а что это? Это ты кому? Это влог, Катя. А, влог. Всем привет. Нет, это именинница наша, дочь моя. Когда день было у меня? В ноябре у тебя было. В ноябре было. Сегодня ноябрь. Ну, ты знаете, как дети растут? Я в шоке, я вижу, я сегодня... Я хочу снять, Соня просто так говорит. Я бываю. Такая красивая. Все, невеста, вообще невеста. Да, невеста. Обзор. Это Ульяна нарисовала, да? Это Ульяна нарисовала меня, креветку, и я креветка. Это только голубое платье, по которому ты летом ходила? Да, нормально. Это я еще помню. Помнишь, как я рисовала на прошлое дыре, я ей рисовала... Альбедо? Да. Альбедо. Он у меня до сих пор стоит, я ему поклоняюсь время от времени, знаешь ли? Там а у Дани все на позитивчике, фрэш... реально. Еще и в розовом. А ну покажи, на каком я позитивчике. Душнила. Ну ты сегодня пока не душнишь. Что это? Сейчас она начнет, да? Она меня бурила сейчас за то, что я Елену Александровну слушала, а ее заказывала. Потому что ты такая знаешь, такая вообще. Так, не ссорьтесь, девочки. Девочки, не ссоримся. Мы сейчас будем жрать. Где будем ее ждать? Мы тут ждем ее. Смотрите, все такие красивые, новогодние. Новогодние? Ноготочки, ноготочки. Дырка, дырка. Ноготочки. А у тебя есть ноготочки? Да, у меня только отошли. А, ну ладно. В общем... О, мурлыканье Юлии Александровны. Давай. Она будет смотреть это влог. Если вы все хотите в бассейн... Я хочу. Надо сказать, мы все пойдем в бассейн. Ну, чтобы мы уже пошли все дружно в бассейн. Понятно? Давайте все крикнем, мы хотим... Мы хотим в бассейн! Подождите, верните. Давайте заново все крикнем. Все. Давайте. Мы хотим очень сильно мы в бассейн. Да, мы да, хотим, да, да. Мы за весь театр говорим да, вам. Нет. Да. Мейка. Ну, я вам предложил, у меня курточка мягкая. Да, я мы, короче, напились коктейля орехового. Мы сейчас пойдем тусить, я не знаю куда. На яр. Я еще в понедельник пойду к Соне в школу. Да, да. Желтая машина! Нет, ну реально, что? Надо подружить с Джеком, который хоккеист. Он может меня научить в хоккее, да? Да. Да, потому что, в принципе, мечта, а как бы связи нужны, а он мне в этом может помочь. Вот. Но хотя он может меня послать. Да не, нормально бывает иногда. Иногда. Можно мне как раз таки не помочь. Это понятно. Вот. Как хочешь. Данила, конечно, не будет, но тогда ладно. С тобой потусуюсь, школу посмотрю. Да. Там у вас есть стена с осенью. Ну там деревья осенние на стене, фотообои какие-то. Данил, я не знаю такого. Ну покажу тебе. I give you my heart, but что-то там next. Я знаю, что там рекреации есть. Фотообои с листочками. Ну вот, ну вот, это тоже. Холодно. Так идем. Холодно. Мы идем. В Туле. Я все, птицефабрика. Потом мы находим... птица-фабрика, помню, написано птица-фабрика. И Катя также написала птица. Мы с Юлией Александровной просто пошутили, что есть птица-фабрика у нас еще, где Зеленинская. Нет, так она даже когда мельком глянешь, она все равно видно, что птица-фабрика. Птица там не... Так, теперь мы пришли к Данилу. Да, вот его... Хаус, назовем это так, хаусом. Вот.
Ему-то надо какой-то видосик снять, то ли видосик, то ли еще что-то. Не знаю, увиду к фонарю, может, посветлее станет. Вот, ему видосик надо какой-то снять. Вот, так что ждем его. Увидит там свои новые курчонки, наверное. А, в шапке он, в шапке теперь ходит, точно. Ну все, ждем его. Ожидание, реальность, давайте оправдаем. Да. Та-та-та-та-та-та. Понимаете, вот с пакетами уже иду, с большими. Там у меня кофра. Конечно, там кофра лежит синяя. С маминой шубу сорвала. Это там Данил идет навстречу. А, это что, Аня еще, что ли? Аня, мы тебя не звали. А ты как тут? А ты как тут? Тут? Вроде Данил как-то тут вроде должен быть только. Ты как-то тут не очень. Да. Вот они встретились. Да, чувствую себя Дуняшей, потому что у меня вот такие варежки, они больше моей руки в три раза. Я чувствую себя Дуняшей, если я капюшон надену. Скорее, работник все равно понял. Точно, кстати, транслитерский этот начальник пришел на встречу. Пришел на трубы смотреть. Ну да, да, типа того. Привет. Да, Аня, привет, привет. Ой, пакета. Ты взяла пакет? Нет. А мы с тобой. А, в общем. Да, снимай. Снимай меня, пока можешь. В общем, мы идем. Это же этот вопрос, в смысле, пока. У нас предпоследний день театра. Мы будем сейчас собирать вещички, вот такие вот пакеты. Я кофру зато взял. А у меня мой костюм дома, поэтому у меня дома кофра. У него же самодельный костюм. Ну, мне только бант взять. Ну да. А у меня, так? Понимаешь, у меня такой костюма. Да, у девочек еще получше, конечно, костюма. Вот. Я тебе принесу его вот так в руках. Я ничего не взяла, кроме сумки. Вот. Поэтому сейчас будем просто собираться. Не знаю, начнем репетиции, ничего. Будем ли мы что-то делать? Ну, я взял сценарий на всякий случай. Я бы дома моего сердца прорепетировал. Да, согласен. Я буду собирать его завтра. Потому что сегодня вечером я слишком плохо себя чувствую. Опять. Вот. У нас завтра еще Олимпиада по-немецкому. Второй тур, который я благополучно пропускаю. Поэтому, ну, если я буду на 6-м месте из 6, знаете что? Короче, все подписчики желаю Ане удачи. Ой, спасибо. Удачи. А у меня только сегодня тоже этот чемодан приедет. Ну, папа поехал, это забирать. Я чемодан не буду брать, я возьму такую сумку. Я знаю, вот эту твою гигантскую сумку. Сумку тебе удобно с ней будет? Для еды. Да. Коричневая такая, вахтовистка. Вахтовая. Буду с вахтовиками, будем... Ой. Ничего, не обязательно. Мы еще не слышали. Вот, в общем. Это я уже сказал. Вот. Когда мы в среду едем, да? В 10 утра. Вот. Так что мы сейчас оценим театр. Затемнение будет. И рассвет будет только в среду. А, да? Аж так, целый день. Ну, во вторник я хочу выложить, завтра, то есть. А, я понял. Да, сегодня хочу демонтировать полностью. Ну все, тогда прощайся и закрывай ручкой. Ну подожди, а, еще нет? Как мы соберем и уйдем. А, я думал, прямо сейчас уже все. Да, так что... Я еще диван не пробовал взять. Кто понесет весь мой рюкзак, даем, да ты? Ага, иди, знаешь куда? Со своим рюкзаком. Аня. У меня своего. Статуэточку повезешь, статуэточку. Я рассудила так, так как все пледы, сумки, перчатки Кати Катевич лежат нашим с ней саквояжи, она этот саквояж повезет. Гениально. Я повезу свой длиннющий зонт вместе с шарфом. Ну, вот. Шарф-то можно куда-нибудь тоже пропихнуть. Шарф-то... А я свой зеленый бант повезу. А у меня шляпа. О, у меня шляпа. У меня гигантская шляпа, поеду в ней прям. Окей. Таксист оценится. Пожалуйста, не следите. Что? Ничего, ничего, ладно, все. Вот, посмотрите на снежные виды, и мы заходим в Корчевский. Скотч берем. В общем, мы с Денисом сложили. Извиняюсь, фотока. Это, знаешь, поиска до, потом после. Матвейка, привет! Здравствуйте. Привет, Матвейка! Как тебе ощущения твои от предстоящей поездки? Прекрасно, только Аня там на меня злится. Аня?
Давай побьем как-нибудь. В общем, тут вот такой вот, такой вот. У него нет кофры. Ха. Я на машине. Такой чемодан своеобразный. Верни пока в пакет. Не, просто все равно вы дома, пожалуйста. Большая просьба. Слушайте, у меня сегодня давление сшибает, и в ушах звенит. Вы все пройдите. Очень неприятно, когда меня не слушает никто.